Всем привет, друзья, с вами CJ TV, и сегодня я бы хотел посмотреть Canons, Ruthless. Возможно, вы не знакомы с этой группой, мне просто как бы ее посоветовали послушать в первый раз. Сказали, что хорошая песня. Давайте начнем. Так. Ой. Голос классно, да? Голос хороший. Какая гитарка-то классная, гитара вообще класс. Во. Прямо как Алибота, да? Так же круто. Не, он прямо так же, как Алибота играет. Только мне кажется, тут маленько другая гитара. Так, что такое? Что-то зависло. Ой, мне очень понравилось. Очень понравилось, ребят. Пишите в комментарии, понравилось ли вам. Но мне очень понравилось. Лайк однозначно. Лайк. Очень классно. Да, музыка в 80-х. Я как будто возвращаюсь в 80-х. Да. Это.
Магия, да, какая-то? Магическая музыка. Очень прям понравилось. Лайк однозначный. Я еще перед тем, как сделать реакцию, на них подписался. Просто как бы... Ну, как бы... Чтобы не потерять, как бы, это видео. Канадцы, вот этот Ратхлас, который мне посоветовали. Я на них подписался. Чтобы их не потерять, она вроде бы не... недавно вышла, этот клип. Но мне очень понравился. О, не клип, а это лайв-шоу, да. Очень классно, вот прям чувствуется, чувствуете тоже 80-е. И гитара классная, и голос хороший, и красивая внешность, тут тоже играет большую роль. Мне очень понравилось, ребят. Если вам понравилось, ставь лайк. Я прям не ожидал. Спасибо тому, кто мне дал это посоветовать. Это как бы мой знакомый дал. Мне очень понравилось. Ребят, ну что, будем дальше потом эту группу смотреть, да? Ну, если как бы наберет много просмотров. Ну, как бы, мне без разницы, сколько просмотров. Сами знаете, то, что я смотрю тех, даже кто набирает мало просмотров. Но мне очень понравилось. Лайк поставил. Поставил, подписался. На этом все, ребят. С вами был CZTV. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вы классная песня вообще. На этом все. Всем пока.